если суд установит виновность Крупнова, да, пока мы все решили предполагаем его вину, то власть будет более щепетильно относиться к подбору кадров, как на высокие посты, так и на рядовые должности. И будет более тщательно проводить внутренние антикоррупционные действия. В Госдуме существует, да, комиссия по борьбе с коррупцией. Потом Титов ее управляет, депутат. Ну, я думаю, кстати, вопрос им можно задать. Это громкое коррупционное дело. Должны вынести, сделать свои выводы все так или иначе связанные люди с этим. И вышестоящие начальники, и другие чиновники, что если у них есть соблазн, да, этим заниматься, коррупцией, то к чему это приводит? То есть рано или поздно, сколько веревочек не вится, все будет закончено.